Здравствуйте, Крым, Ласточкино гнездо. Сейчас меня будет выгонять вон охранник. Вообще нельзя сегодня. Сегодня вообще нельзя здесь быть. Сегодня закрыто. Нет, не закрыто. Нет, и не выгоняет, пиздец. Вообще закрыто. Когда буду выходить, могу показать. Там людей видите, нет? Видите, нет людей вообще. Я просто, грубо говоря, пробрался сюда. И мне еще ничего не говорят. Как мне не стыдно. Ну, это просто моя была мечта. Я же не мог сюда был не прорваться. Как красиво, очень. Прям шикарно. А вот там гора, это какая-то медведица. Спящая медведица или что-то такое она называется. То есть, если приглядеться под каким-то углом специально, то как будто это медведица спит. Короче, Ласточкино гнездо. Ласточкино гнездо построено в 1912 году по проекту русского инженера-архитектора. Ну вот, читайте сами, короче. Хочу читать. Ну, это очень красиво, это круто, это вообще, я молодец. Я молодец опять в очередной раз. В очередной раз сбылась моя... В очередной раз сбылась моя мечта. Посмотрите на... Где я нахожусь вообще. Смотрите. Надеюсь, вам нравится так же, как мне. Я, если честно, 10 часов ехал, еще не спал, не ел. И надо было сюда, потому что сейчас было бы темно. Вот сейчас через полчаса будет очень темно. То есть и таких видеосъемок у меня не получится. А завтра мне надо уезжать в Ростов-на-Дону. То есть я сейчас приехал сюда, чтобы вот это вот полчаса здесь побыть. 10 часов ехал. Потратил уйму денег, времени и не знаю... Короче, не в этом дело. Я очень счастлив, что я в очередной раз сбылась моя небольшая мечта, небольшая. Кати кошечки. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Тебя Федя будет звать. Ты Артём. Кс-кс-кс-кс. Артёмка. Вероника. И Сергей. Сережа, Сережа, Сергей, давай, давай, давай. Ну вот еще раз вам покажу вообще эту красоту. Это очень красиво. Потому что реально уже темнеет. Если там на видео незаметно. Море, не знаю, как у Азовское или Черное. Уже запутался просто.